Команда «Жук». Слово представляется для открытия начальника департамента спорта Ивановской области Лопатина Антона Сергеевича. Добрый день, дорогие жители, конечно же, участники. От имени правительства Ивановской области, от имени департамента спорта, позвольте вас поздравить с начала нового года учебного спортивного сезона. Закончится сентябрь, начинается октябрь, самое время показать, чего главное делать на линии спорта, а также обозначить свои желания для наших текущих дел. Приятно приветствовать гостей. Я надеюсь, что у всех приехавших от города Иваново и Ивановской области останутся только самые приятные воспоминания. Ждем победы. Если студенческих команд, которые у нас здесь сейчас